Здравствуйте, друзья! Давайте попробуем управлять реле временем через телефон по Bluetooth каналу. Я подсоединил модуль Bluetooth. Вот он. У нас есть телефон. В телефоне я установил приложение Bluetooth терминал. Чтобы не терять время, набрал уже команду старт. Но давайте сначала подключимся. Вот здесь GD31. Потом мы это переименуем. Ну, фейл не страшно. Сейчас мы берем команду. Зря я готовился, да, он ее сбросил. Старт. Отправляем. И видим, что включилось реле. Давайте пока введем команду read. И посмотрим. И видите, да, вот у нас какие настроечки были. Давайте сейчас посмотрим, да. Такие же, как, видите, у нас настройки ОП 007. И здесь...